замечательными, добрыми, веселыми, красивыми девушками-блогерами на тему «Мое меню». Придумала этот тег Настенька, ее ник на YouTube Bounty Kisa. Все ссылочки на видео девчонок я оставлю в инфобоксе. Здесь вы можете видеть фотографии. В этом видео мы расскажем вам, что мы едим, сколько, и откроем секрет своего веса и роста. Так что, если вам интересно, оставайтесь со мной, а также переходите на каналы девчонок. Итак, приступим. Первый вопрос. Сколько раз в день я кушаю? Лично я кушаю 4 раза в день. Это завтрак, потом у меня 2 перерыва на работе, получается 2 раза днем я кушаю и ужин. Второй вопрос. Размер моей порции. Ну, я бы сказала, что порции у меня средние. Я кушаю и не мало, и не много. Где-то так. Но самая полноценная и большая порция у меня всегда на завтрак. Я еще с детства так привыкла. Некоторые люди не могут завтракать, а я не могу не позавтракать. Самая маленькая же порция, конечно же, на ужин. Третий вопрос. Мой любимый продукт. Над этим вопросом мне вообще не стоило задумываться ни секунды. Это брокколи. Вы можете подумать, а, да, конечно, такой полезный продукт, способствующий похудению и так далее. Но когда я его полюбила, это было еще 7 лет назад, я даже не знала его свойства. Просто нравится. И вообще мне нравятся все виды капусты, начиная от белокочанной, заканчивая кальраби, брюссельской и так далее. Брокколи я могу кушать в любом виде. Это для меня самый-самый любимый продукт. Четвертый вопрос. Загрузочный день. Что в меню? Ну, честно говоря, у меня нет таких читмилов, я себе не устраиваю, потому что я не сижу на диете, во-первых, и я не ограничиваю себя ни в каких продуктах. У меня не закладено в мозгу, что я, допустим, не имею права съесть там мясо, что-то сладенькое и так далее. Я себе позволяю это в мерах разумного, и у меня никогда не возникает желание объесться чего-то там, слопать кучу сладкого или там хлеба. Нет у меня такого. Следующий вопрос. Какие диеты я пробовала? О, честно говоря, никаких. Никогда не сидела на диетах, ничего по этому поводу сказать не могу. Дальше. Мой вес и рост по факту, желаемый вес и рост. Ну, рост у меня 157 сантиметров и вес 53 килограмма. Если сопоставить этот вес и рост, то, наверное, вес покажется большим, но в этом весе я себя чувствую комфортно, он мне не мешает. Но, как и любая другая девушка, конечно же, наверное, мне хотелось бы где-то так, хотя бы 2 килограммчика минус, тогда было бы вообще идеально. Дальше. Максимальный вес и его причина. Ох, была у меня история, когда я весила 60 килограмм. Это было в Дании, я там пробыла 1,5 года, и когда я приехала, мой вес был 48 килограмм. И буквально где-то с полугода он начал увеличиваться, и к концу уже года я набрала 12 килограмм. О, девочки, вы себе не представляете, насколько мне было некомфортно в этом весе, насколько он мне мешал, и я до сих пор не знаю уважительной причины. Потому что я как только начала набирать этот вес, интенсивно начала заниматься спортом, я ездила на велосипеде, я каждый день была в тренажерном зале, кроме того, ходила еще на зумбу, старалась поменьше кушать, всего разного, можно сказать, была полуголодная, но вес никуда мой не девался. И как только стоило мне вернуться домой, я ела все подряд, я была рада, что я приехала домой. И вес как-то нормализировался
сам по себе буквально за месяц. Да, 48 килограмм я уже, конечно, не весила и, наверное, никогда не буду, но 53-52 килограмма это мой вес, в котором я себя чувствую комфортно. Опять же, вернемся к этому вопросу. Причина. Не знаю, может перемена климата, еды и так далее, может что-то на гормональном фоне, но это не было связано с едой и со спортом. Дальше, следующий вопрос. Мое отношение к веганству, сыроедению. Что вам сказать? Если люди выбрали для себя такой принцип жизни, потому что это не просто диета, это принцип жизни, если им это нравится и устраивает, это их, конечно же, дело. Но лично я к этому отношусь негативно, потому что считаю, что человек, нашему организму нужны разные виды продуктов, которые содержат каждый по себе какие-то уникальные макро-микроэлементы, витаминки и так дальше. Полностью отказаться от мяса, молока, меда. Веганство это же самый-самый строгий вид вегетарианства, или как это сказать? Следующий вопрос. Мое отношение к голоданию. К голоданию я отношусь негативно. И сейчас попробую объяснить вам почему. Наш мозг, наш организм устроен таким образом, что, к примеру, он голоден, он просит нас съесть, но мы ему этого не даем. Мы голодаем, голодаем, но приходит какое-то время, и мы что-то все-таки едим. И вот когда эта еда попадает к нам в желудок, в мозгу срабатывает такой инстинкт в состоянии стресса, можно так сказать, и он скапливает эти калории, что к нам попали, так как боится, что мы опять будем терзать его, не кормить, и так все время. То есть, если мы будем голодать, мы никакой пользы для своего организма не получим. И не похудеем, и желудок испортим, и так далее. Это лично мое такое мнение. И, наконец, последний, 10-й вопрос. Небольшие советы и пожелания. Я сама придерживаюсь таких принципов и советую всем не издеваться над собой. Есть все, но по чуть-чуть, в пределах разумного. А также включать в свой рацион побольше растительных масел, в сыром виде фруктов и овощей, пить много водички, по возможности заниматься спортом и быть всегда красивыми, стройными и здоровыми. И если уж захотелось той пироженки, съешьте ее, ничего с вами плохого не случится. Спасибо всем за внимание, до скорой встречи, пока-пока!